10 кранов, 10 береговых кранов одновременно работают с контейнеровозом CMA-CGM Gala Pagos. А это, друзья, 250-300 контейнеров на выгрузку либо погрузку в час. Представьте, какой головняк у вахтенного помощника. Но здесь позволяют размеры. Судно длиной 366 метров, берет на борт примерно 15 тысяч контейнеров, чуть больше. Если посчитать, то за сутки в среднем 10 кранов береговых могут выгрузить либо погрузить 6 тысяч юнитов, то есть сделать 6 тысяч мувов за сутки. Чтобы развернуть такой контейнеровоз, тоже нужно довольно много времени и хотя бы 2 буксира. Как мы видим здесь его разворачивают 3 буксира в работе, и такой разворот занимает минимум 20, а то и 30 минут. Пожелаем этому красивому судну спокойного плавания и хорошей погоды до следующего порта.